Я думаю, что сегодня и завтра эти два дня очень будут насыщенными с точки зрения посещений, вопросов, контактов. Уже сейчас Владимир Леонидович Ташланов сказал о том, что заключил договор на опрыскиватель. Молодец. Берите пример с Ташланова, дорогие друзья. Ну а хотелось бы всех участников этого мероприятия сегодня, несмотря на эту немножечко зимнюю погоду, все-таки поздравить с этим большим, ярким, хорошим событием, пожелать впечатлений, замечательных эмоций, контрактов, конечно же, и самое главное, нашим аграриям хорошей погоды и урожая. С праздником, дорогие тюменцы и наши гости! Уже многие годы у нас в субъекте есть очень правильная, на мой взгляд, я думаю, вы меня поддержите, программа, это по модернизации сельхозпроизводства, как животноводства и растениеводства, техперевооружение машино-тракторного парка, колесного, подвесного, и в этом есть большое участие нашего бюджета. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, я вас всех поздравляю и желаю, чтобы каждый из вас ушел первый с покупкой. И не с одной, а с многими. Заключили более длинные договора на поставку всего того, что необходимо нам для сельхозпроизводства. Ну и всем остальным такого душевного праздника, хорошего общения, хорошей погоды, большого хлеба, хорошей цены и крепкого-крепкого здоровья всем нам и в лице вас, всем нашим селянам. С праздником! Спасибо! We'll be right back.